Центральная площадь Афин. Площадь Синтагма. По-русски площадь Конституции. Названа в честь Конституции Греции, принятой в 1843 году после освобождения от 400-летнего господства Османской империи. На площади находится здание старого королевского дворца. После референдума 1924 года монархия была упразднена. Греция стала парламентской республикой, а во дворце заседает парламент. Возле здания парламента могила неизвестного солдата. Караул у могилы неизвестного солдата несут и в зоны. Это элитное церемониальное подразделение президентской гвардии. Подошло время смены караула. Отличительной чертой униформы эвзонов является подпоясанная короткая плиссированная юбка. Слово «эвзон» так и переводится – солдат, носящий собранную вертикальной складки юбку. Прообраз традиционной на Балканах юбки для мужчин можно увидеть в древнегреческих скульптурах. На ногах белые шерстяные чулки, под коленками черные подвязки. В качестве обуви у эвзонов царухи, кожаные ботинки с большими помпонами. Каждый ботинок весит 3 килограмма и подбит гвоздями, чтобы эвзон мог печатать шаг по мостовой. Смешные на первый взгляд помпоны имели когда-то важное значение. В них воины прятали ножи. Ярко-красная шапочка с длинной кистью в униформе эвзона является частью национального греческого костюма. Церемония смены караула закончилась. Туристы расходятся. А мы уезжаем из Афин отдыхать на остров Эйвбе, маленький городок Эдипсос. Это около 2 часов езды на север. Рельеф Греции преимущественно горный. Дорога идет вдоль пролива, отделяющего материк от острова Эвбе. Когда-то остров Эвбе был частью материка. Переправляемся на пароме через пролив на остров Эвбе. Пролив не широкий. Через 30 минут будем на острове. В этой северной части острова находится маленький городок Эдипсос. В городке десятки отелей различных категорий. Многие из отелей предлагают использование оздоровительных термальных источников. Тут, в самом конце небольшого мыса, расположен наш отель. Термосула Wellness Hotel. Тихий зеленый уголок природы с пальмами вдоль берега моря.
отель оздоровительный. В этом месте используются минеральные источники с широким набором микроэлементов. В названии отеля есть имя Сулла. Это римский полководец, который 2000 лет назад приводил сюда на лечение раненых в боях легионеров. После купания здесь удобно отдыхать, загорать. На территории отеля в самом центре открытый плавательный бассейн в окружении комплекса зданий и сооружений. Вода в бассейне – смесь из минерального источника пополам с морской водой. На фоне горы слева и справа жилые корпуса отеля. В этом здании с балконом и часами крытый лечебный бассейн. Сегодня воскресенье. На целый день уезжаем из отеля в центральную Грецию, в Фессалийскую долину, где познакомимся с комплексом православных монастырей Метеоры. Метеоры включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На пароме переправляемся на материковую часть. Дорога в Метеору займет около 4 часов. Основную часть пути проедем на автобусе. За окном обычный горный пейзаж Греции. Обширные оливковые рощи. Греция – сельскохозяйственная страна. В структуре сельского хозяйства в основном небольшие объединения и простые фермерские хозяйства. Качество продукции очень высокое из-за отсутствия интенсивных технологий выращивания. Поэтому в Европе греческие продукты питания пользуются большим спросом. Подъезжаем к Фессалийской долине. В 11-12 веках это были пустынные места, которые привлекали сюда первых православных паломников из Южной Европы. А вот и предвестник скальных столбов, на которых сооружены монастыри. Делаем остановку. Тут самая верхняя точка дороги, по которой мы приехали сюда. Прекрасный вид. Скальные образования перед нами являются здесь доминантой. Метеоры в переводе с греческого означает «высокий», «возвышенный». Эти удивительные столбы или колонны имеют высоту от 100 до 200 метров. Некоторые до 300 метров. Столбы не являются результатом вулканической деятельности. Они образовались под воздействием воды и ветра и состоят из смеси камня песчаника и конгломерата отложений песка и грязи. В результате землетрясений в скалах образовались маленькие трещины и углубления. Первые пришельцы-странники жили в этих выщербленных полостях и небольших пещерах. В результате невероятного упорства и терпения монахов к середине XIV века на вершинах столбов появились монастыри. Там монахи были защищены от различных потрясений, так как имели полный контроль над входом в монастырь. Единственный способ попасть внутрь – это взобраться наверх по длинной веревочной лестнице, которая поднималась всякий раз, когда монахи чувствовали угрозу.
Для подъема людей и товаров использовалась также большая сеть или корзина. Сейчас в Метеорах 4 мужских и 2 женских действующих монастыря, в которых живет около 20 человек. А в 17 веке во время расцвета в Метеорах было 24 монастыря. Постоянный поток туристов мешает монахам. Многие уехали из Метеор на северо-восток, на святую гору Афон. Там крупнейший в мире центр православного монашества, находящийся под прямой юрисдикцией Константинопольского патриарха. Приехали к монастырю Святого Преображения Христа. Его называют Великий Метеор. Здесь стоянка туристических автобусов. Продаются сувениры, иконы. Скала, на которой построен монастырь, является одной из самых крупных в регионе Метеор. Ее высота от основания скалы 415 метров. С нашей стороны, где лестница для подъема к монастырю, высота скалы 250 метров. 115 ступеней ведут ко входу в монастырь. До 1923 года подъем в монастырь осуществлялся при помощи последовательных веревочных лестниц и сетей. Затем в скале были высечены проходы и ступеньки. На самом верху центральная часть монастыря – храм, воздвигнут в честь Преображения Христа. Храм построен по образцу византийской архитектуры в конце XIV века. Это специальная тележка-подъемник и тросы, которые ее поднимают. Левее монастыря Великий Метеор находится монастырь Святого Варлама. А чуть пониже, в глубине, монастырь Святой Варвары, куда мы направляемся. Вдалеке за деревьями монастырь Святой Варвары как бы притулился к огромным скалам, стоящим позади. Впечатляющая картина скального массива. На нем расположены Великий Метеор и монастырь Святого Варлама. Дорога привела нас к монастырю Святой Варвары. Его также называют монастырь Русанов по имени скалы, на которой он находится. Надпись на указателе «Женский монастырь Русанов». Тут стоянка автотранспорта. Посетителей просят входить в монастырь скромно одетыми. Лестница на близлежащем холме, по которой туристы поднимаются от стоянки машин наверх, на уровень монастыря. А затем по мостику переходит на скалу, где стоит монастырь. Так выглядят окрестности с площадки у входа в монастырь. В 1980-х годах монастырь был восстановлен и в настоящее время действует как женский монастырь. Его покровительницей является святая Варвара.
храма в ее честь воздвигнуты во многих европейских странах. Из монастырских окон замечательные виды. Прекрасно сохранившиеся фрески поствизантийской критской школы, 16 век. Кинофотосъемка, к сожалению, не разрешается. Завершающий взгляд на метеоры с площадки обзора. Пора отправляться в обратный путь. Уже в сумерках плывем обратно к острову Эгби. После поездки в метеоры приятно вернуться к размеренному отдыху в нашем отеле. Ласкающий взгляд стрелка в ресторан, где мы завтракаем и обедаем. Изумрудная вода в бассейне. Полдень. Заглянем в крытый лечебный бассейн. В крытом бассейне используется только лечебная вода минерального источника. Температура воды на 2 градуса выше, чем в открытом бассейне. Изящная архитектура купола. Стенная роспись по мотивам мифологических сюжетов Древней Греции. По периметру бассейна двери в разные виды саун. В лечебном корпусе находятся различные процедурные массажные кабинеты. Это небольшая лестница с несколькими ступенями. Ведет к открытому плавательному бассейну. Любители интенсивной гидротерапии водными струями. Субтропические кустарники создают вокруг себя чудесный микроклимат и дают прекрасную возможность ароматерапии. Отдыхающие с удовольствием занимаются в бассейне аэробикой под руководством инструктора. Отдохнувшие садимся в автобус, увозя с собой чудесные впечатления от поездки.